25 июня в спортивно-оздоровительном лагере «Динамовец» отпраздновали Всероссийский олимпийский день. В торжественном открытии события приняли участие олимпийский чемпион 1992 года по плаванию Юрий Мухин и бронзовый призер Олимпиады 2004 года по пулевой стрельбе Дмитрий Лыкин. Знаменитые мастера приветствовали юных хомячей и дали старт спортивному празднику. Это пропаганда здорового образа жизни, спорт высших достижений, что ребятишки занимались спортом, любили и уважали спорт. Это замечательно, что ребят привлекают, что действительно лагерь работает. И здоровые поколения – это наше будущее. Центральным событием дня стал олимпийский квест. Юных спортсменов ждали 9 локаций с увлекательной программой. На первой станции ребята исполняли спортивные песни. Далее ребята приняли участие в викторинах, конкурсах, мастер-классах и автограф-сессии с олимпийцами. Мы взяли автограф у олимпийского чемпиона. Это здорово, это круто, это нас мотивирует. Мы очень здорово участвуем в этом празднике и хотим достичь таких же высот.